Двухуровневая развязка на пересечении улиц Сайна и Мустафина должна разгрузить оживленный перекресток. Согласно предварительным расчетам, через нее в сутки будут проезжать 160 тысяч машин. Сейчас идут подготовительные работы. Прилегающая территория освобождена от зеленых насаждений, началась прокладка коммуникаций. Уже через пару недель на этом отрезке проспект Сайна перекроют. До осени. Развязка туннельного типа. У нас будет организовано движение по Мустафино кольцо, а кольцо, которое находится на Новои, оно убирается. Там прямое движение будет. Чтобы попасть на Новои, надо будет буквально 200 метров проехать, развернуться на кольцо и уходить дальше. Всего в Алма-Аты за этот год построят 6 транспортных развязок. На пересечении улицы Халиуллина и Кульджинского тракта, проспекта Раймбека и улицы Мамушилы, проспекта Аль-Фараби, улицы Роза Бакиева, проспекта Аль-Фараби, улицы Дулати, улицы Сайна и Турайгырова, улицы Сайна и Жубанова. На двух объектах строительство уже идет полным ходом. Еще на 4 точках начались подготовительные работы. Из-за расширения дорог приходится вырубать деревья. Взамен почти 4000 старых тополей обещают высадить 9500 саженцев. Часть этих деревьев, порядка 15%, это будут хвойные деревья, а остальные это так называемые деревья городских пород, такие как катальпа, дубы, березы и другие зеленые насаждения, которые не вырастают такими большими, как тополя, не представляют угрозу для населения нашего города. Развязка на пересечении улиц Сайна Мустафина – очередной объект формирования скоростного транспортного кольца, включающего в себя проспекты Рыскулова, Сайна, Аль-Фараби и Восточную объездную дорогу. На протяжении всего кольца обещают минимум светофоров, пешеходные переходы будут либо подземные, либо надземные. Обустройство транспортной системы Алматы обойдется примерно в 30 миллиардов тенге. Завершить строительство всех 6 транспортных развязок планируется к следующему году. Юлия Сарчакова, Болжан Жиренбаев, телеканал Алматы.